Kaczynski on the ball. Goals have been scored in the head-to-head. И удар по воротам, рикошет, да, вот это старт. Самим собой, когда он был тренером ЦСКА. Мяч Краснодара. Сегодняшнего матча. Так, тем временем Ионов с мячом. Передача хорошая на Берга. И момент 1-0. Ионов. Вообще влиять на игру по ходу. Сегодня в запасе у ЦСКА Бруно Фух. Опасный момент. Марио Фернандес играет головой. Да, и снова мяч возвращается. Думать о победе ЦСКА. Еще все впереди. Покидает команду, тем не менее, он в старте. Да, но я просто думаю, что Марк... Свисток арбитра на газоне, по-моему, Кристофер Олсен. Здесь с Обляковым. Он столкнулся с Рандоном на фланге, комбинируют, но мяч теряют. Да, 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 это были команды из нижней. Челов пяткой, но сопернику. Еще один перевод. Трибуны получает свою порцию аплодисментов. Олсен. Олсен. Открывает мяч. Корпусом. Тут активно работает в обороне Рандон. И мяч перехватывает. Правда,